В семье прошел концерт, посвященный Году молодежи. Его организатором выступила Татарская школа искусств. На творческом вечере присутствующие смогли насладиться произведениями, посвященными теме патриотизма. От молодежи, от их знаний, энергии и патриотизма зависит будущее Казахстана. Все, что мы делаем сейчас, делается ради счастливой жизни подрастающего поколения, чтобы они смогли в полной мере реализовать свой потенциал и возможности, отметил глава государства во время торжественного открытия Года молодежи. В честь знаменательного события одними из первых провели свой творческий вечер воспитанники Татарской школы искусств. Концерт, посвященный Году молодежи, состоялся в Литературно-мемориальном музее имени Федора Достоевского. Мероприятие носит воспитательный характер, так как на него были приглашены и представители старшего поколения. Бабушки поют сегодня песни, те, которые они маленькими детьми слышали от своих бабушек. Дети вместе с ними принимают участие, и у детей это остается на всю их долгую жизнь. Посвящаем этот концерт нашей родине, нашему суверенному Казахстану. Это первый концерт учеников Татарской школы искусств в этом году. Можно сказать, это продолжение циклов творческих вечеров «Туган Калам Семиим». Ребята, которые занимаются вокалом, учатся играть на различных музыкальных инструментах, показали на этом мероприятии все, чему научились. На сцене им аккомпанировал директор школы Габдулхак Акхунжанов. Я в этой школе уже занимаюсь 6 лет. Я пою по вокалу. Еще и занимаюсь на скрипке. На скрипке, правда, 8 лет я уже занимаюсь. И хожу на танцы. Я не только хочу от имени нашей школы и еще от имени нашего города участвовать в конкурсах. Я учусь вокалу и занимаюсь танцами. А когда мне исполнится 7 лет, буду учиться играть на фортепиано. Стоит отметить, что на концерте были исполнены исключительно детские песни, посвященные родине, любви и патриотизму на казахском, русском и татарском языках. Авторами являются талантливые поэты и композиторы, выходцы из нашего города, такие как Дамиткин Умарбаева, Евгений Титаев и Габдулхак Ахунжанов. Зрители с большим восторгом приняли выступления юных музыкантов и исполнителей. Бакытгүл Казез, Елжан Макзумов, телеканал «Семей».